Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. И, ребята, как я понял... Опять какой-то новый чувак говорит... как я понял, нам осталось приблизительно 3 миссии, потому что там больше миссий нету. Если 3 миссии, то... То, в принципе, еще пару миссий, можно сказать, и мы прошли игру, я так думаю. В принципе, как я действительно смотрел, там осталась вот эта миссия. И еще одна, как бы, потом финальная. Так, нам куда? Вот сюда? В эту сторону? Походу, да. Yes, an amazing city, blah blah. What in this world is going on? Так, сюда, да? That's not good. The unspeakable evil broke free. We can't stop it. We can't. Well, wait, maybe we can if we get to my workshop. Так, сюда. Really not good. And что же конструктор is transforming the city? Так, все уничтожили, отлично. Ходить. Зомбари всякие тут ходят, да ходят. Сейчас мы уже всех перебьем. Да, здесь мы уже почти 19 уровень. Так, отлично, заполучить... Каково? Что это вообще такое? Вот. That's it. Now get to the control room and I'll figure it out when you get there. Ставить движитель гнездо колеса. Да, где оно? Это колесо ваше? Где-то, наверное, где-то дальше. Так, идем вот сюда. Я надеюсь, оно где-то тут, что нам не нужно будет. О, сундучок. Отбиваемся вот так. Отлично. Капут эти зомбари или что такое на тебе. Так. Это что еще такое летает тут? Energy bolts. What are they for? And can you like turn them off? Надо. Да еще что такое летает? Оу, походу, ой, действительно нормальный свой урон наносит мне такая. Где вообще эта хрень? Куда мне вообще идти, если чтобы я понимал? Оу, я не знаю, уклоняться ли от этого. Не знаю, какой-то огромный урон они делают или нет. Ставить движитель гнездо колеса. А, я уже думал пропустил. И опять 6 раз прокрутить, да? Да, угадал, да. Зомби! Еще раз? Отлично. Вот этих больших не нужно убивать, они жирные. Мам. Еще раз. Давай, еще. Вот этого. О, ходи. Казнить вам. Охренеть. Так, еще раз, казнить. Там казнить было. Лучше казнить все. Так, еще раз, отлично. Еще раз. Вам. На тебе. Еще раз, дайте я крутану. Все, отлично. Сейчас всех этих перебить. И будет отлично. Все, походу всех перебили, еще вот эти. Еще вот этот остался, и там еще один.
тебе. Во, наконец-то всех убили. Фух, сейчас вот сюда, да? Да, там чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Сейчас нам сюда. Это что такое? The evil is not going to go quietly. It will keep doing that as it grows in power. Так, stop it, then. Уклоняемся. Ай! Так, отлично. Это пошли. Сейчас какой-то босс 100% будет. О! Охренеть. 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 Ты просто стоишь так и нифига не делаешь. Да сколько вас там леди, чуваки? Стоишь и просто себе так уровень набираешь, уже и так Охренеть просто. Давай, давай, быстро, быстро. А ничего, вечно будут отсюда лезть. Ай. Мы уже себе набили процентов так 20 уровня. А, во. Нет, я думал, ее они бесконечно будут лезть, но нет, не бесконечно. Вот это вообще охренеть было. Ты состоишь, просто это все крутится, и ты убиваешь их. Так, 19 уровень. Оу, оу. Что такое? Ну да чё вы такие жирные? Отлично. Ещё один. Вы не слишком как-то вас много, ребят, вы не думаете? Ах, вот, наконец, хотя бы одного убили. Так, сейчас мы это все пособираем. И этого тоже сейчас убьем. Так, отлично. Отлично. Почти, 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 почти. Ты, чувак, конечно, жирный. О, наконец-то. Охренеть, двое таких вылезло и... Так, сейчас нам куда? Главное, чтобы еще где-то такие не вылезли, а то их долго бить. Конструктор вас подземного мира уничтожен, ага. Давай, 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 давай. Отлично, один уничтожили. Давай, еще. Вот этот. Охренеть, что-то. Урон, урон кто-то наносит. Нужно сваливать, сваливать, сваливать. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Отлично, все. Это тоже уничтожили, казнить. Давай, еще чуть-чуть. И... Ну чё ты там, ну чё ты там, ну чё ты там? Всё, отлично. Ещё сейчас вот этих зомбарей поубивать. И вот так, отлично, бам. Фух, всех поубивали. А сейчас куда нам? Чё-то я не видел какого-то тут прохода. А, вот сюда, отлично. Отлично. Так, 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 так. Фух.
Make it hurt. Тут что-то будет. Нет, нифига тут нету. То там уже снизу куча вот этих. Уже сразу видно. Ходить! Ходить! Опять вот эти маги, еще это такое. А, всех мы поубивали? Почти. Так? Ну, в смысле, с тех. Вот сейчас всех. Отлично. Don't stop! Так, так, так. Сейчас нам куда? Чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Давай. Опять что-то там взрывается. О, сражение с боссом уже, уже. Чё за босс-то будет? Reason, оу, нифига себе, какой-то дракон или что-то такое. Так. Это случай. Кого-то он мне напоминает. Сейчас, сейчас. О, чувак, ты не слишком какой-то. He may be unspeakable, but he's not unhurtable. Keep it up. А что мне с этим делать? Что мне с этим делать? Так, чувак, чувак, чувак. Да успокойся ты! Крутишься, вертишься. Это что-то новенькое. Eradicate them! Так. 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 Да, 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 да. Давай, давай, еще. Да успокойся, ты крутишься. Опять вот эти. Да хоры вы. Че вы такие? О, жизни. Давай, 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 давай. Доспехи зачарованы. Четвертый уровень, ребят. The evil is gone. We still have to face Zane, but when we save Ancaria, at least it won't be overrun with undead. Так, 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 деньги, деньги, денежки. Давайте, короче, валим отсюда. Бам, 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 убили. Жубрах. Так, новые доспехи четвертого уровня. Так, почти 20 уровень, ни хрена себе. Так, персонаж, персонаж, персонаж. Что тут у нас есть? Навыки уклонения. Вот, это увеличивает О, пускай. Так, сейчас казнь, казнь, есть что-то? Нет, 28 уровень, ни хрена себе. Снаряжение, доспехи. О, доспехи, доспехи помогают соратникам их хозяин. Соратникам и хозяин. В случае смерти выпадают целебные сферы. В принципе, это не нужно, ну пускай будет, ладно, так уж и быть. Тут у нас что-то можно. На 20-м. Боевые умения. Это на 20-м. И вот это на 21-м. Ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.